У Чейса включается программа «Командос», и он превращается в бесстрашного зверя, которого я зову Спайк. Это нечто вроде реакции борьбы или бегства, только не взял бегство. А то ни к чему. И заменить уровень тестостерона, какой может быть у тасманийского гибрида дьявола, собаки, акулы и льва, когда он в бешенстве. То Спайк будет вести себя тихо. О, да. Как на прошлое Рождество, когда я сдуру подарил Адаму перчатки для бокса. Кому еще непонятно, что бить меня кулаками запрещено? Один за всех и все за одного. Но только если вы меня не опозорите, потому что тогда я вас, уродов, брошу. Вот он, мой шанс завести роман. Футболисты из них гоголь-моголь сделают. Их надо спасать. Вперед, вперед! Вали отсюда и в большой опасности. Прости. Эй! Это мое место. Вали, не то послужишь тряпкой. Чейз, пожалуй, нам пора. Он плохо впитывает влагу. Я подотру это твоей мордой. Ребята, почему я был в режиме «Командос»? А ты был в режиме «Командос»? Я ничего такого не видел. О, отлично, давайте брать дальше. Ну, Спайка. Вали, не то послужишь мне вместо тряпки. Нет, так не выходит. Нет, это Чейз. Надо вернуть Спайка. Где он? Где Спайк? Чему все так переживают из-за этого дурацкого вечера? Тебя еще никто не пригласил? Говорит о девушке, которая ему нравится. Фу, он говорит о тебе. Шили, что это вон там такое? Куда она делась? Вопрос более важный. Что это там такое? Ты что, стукнешься? Эй! Это никуда не годится. Это прямо как драка чихуахуа с бегемотом. Пусть он ее забирает. Поздно. Я больше никогда не полюблю. Да, пойди с ней на вечер. Но все подумают, что ты встречаешься со своей няней. Стой. О, вот и наша мисс Наутек со всех ног. Ха-ха, очень смешно. Тебе понравился мой брат Адам, но это поставило под угрозу их дружбу с Лео. О, как это мило, ты переживаешь за друга. Я придумала, как поправить дело. Да? Я был уверен, если поговорю, с тобой все уладится. Конечно, я пойду на вечер с тобой. До встречи.